Спасибо еще раз насчет того, что вы делали перезагрузку НАТО, потому что сейчас даже шведы, финны, конечно, они всегда были боевые, но даже шведы сейчас хотят вступить в НАТО, да, это тоже ваша помощь. Что еще видите из таких символов этой войны, потому что эти символы, начиная с крейсера Москвы, да, того парня, который вчера держался у стола и как будто был, ну не знаю, чего там, папа Вова, и делал своего Буратино, тоже символика очень интересная. Но вот этих всех обстоятельствах военных, да, это очень много символики, очень много. Как, символики? Да, символики очень много, и то, что вы сказали о финнах, о шведах, конечно, они вступят в НАТО. Mm-hmm. Под воздействием этой войны, конечно. Но я пойду дальше и повторю то, о чем я говорил очень давно. И методично, из интервью в интервью. Я вижу распад России. Она не может удерживаться дальше. И вы о финнах сказали. У них не заживающая рана. Да. Оккупированная территория. И Германия, Финляндия придет за своей оккупированной территорией, подойдет к Санкт-Петербургу близко-близко, так как было раньше. Карелии приготовится. Придет обязательно Германия за Кёнигсбергом, который называется Калининград, и областью.